Самолет Москва-Владивосток. 8 часов. И вот снова на родной земле. Александр Захаров вместе с тренером Андреем Подоплеловым вернулись с форума боевых искусств «Битва чемпионов 11». Не с пустыми руками. С собой спортсмен привез самую долгожданную награду – титул чемпиона мира по кикбоксингу среди профессионалов. Поздравляем, молодец. Мы находимся на торжественной встрече нашего земляка, уссурийца Александра Захарова, который привез нам титул чемпиона мира по кикбоксингу. Эта победа очень важна для уссурийцев, мы все наблюдали внимательно. Члены родной федерации встретили спортсменов теплыми словами и поздравлениями, даже плакаты рисовали специально. В числе первых руку чемпиону мира и его тренеру пожал и в Рио главы округа. Евгений Корж отметил, что сейчас в Уссурийске идет активная пропаганда спорта. Для всех наших детей до 18 лет мы делаем бесплатные занятия спортом, залы мы удаляем бесплатно. И, скорее всего, мы сейчас будем брать тренеров на зарплату муниципалитета. Встреча с французским кикбоксером Закарией Лауатни проходила в Москве на стадионе «Лужники». Обычно в боях Александр Захаров имел преимущество в росте. В этот раз соперник оказался со схожими параметрами. К тому же Закария – титулованный спортсмен и находится в топе мировых бойцов. То есть мы очень внимательно его изучили. И вот даже если по бою вы смотрели, я сразу сказал, что у него опасна эта правая рука. Он и нокаутами заканчивал именно с этой правой руки. И ошибка, говорю, будет ошибка, если Саша будешь пятиться назад, он обязательно тебя достанет. Ну, были моменты, если бы вы смотрели, там и было, что с правой руки он его все-таки доставал. На ринге действительно жарко. Тактику с нашим спортсменом тренер прорабатывал заранее. Изучили все возможные варианты развития боя. В некоторых моментах Лауатни был непредсказуем. Захаров пропустил пару серьезных ударов, но знал, оплошать нельзя. Ведь на кону стоит честь всей страны. К этому поединку Александр готовился 17 лет, поэтому в ринге работал как никогда прежде. За спиной были годы подготовки. Александр показал всем, что такое настоящий кикбоксинг. Закончил бой ударом ноги в голову соперника. Нокаут решил судьбу поединка. Справа. Вновь просто разбивает оппонента. Александр, публика в Лужниках ревет, поддерживая нашего парня. Ну, отстреливается Лауатни. Нокаут, судя по всему, но... На самом деле, к этому удару я подводил. То есть, изначально все внимание было на ноге. То есть, отбивал ногу потихоньку. В четвертом, пятом раунде начал добавлять руками. Когда уже увидел, что соперник начинает руки опускать, ну, встает просто. Кинул ногу и, в принципе, вот попал. То есть, запланированный, ну, подведенный удар. На счету Александра это далеко не первая победа и не первый титул. Но чемпион мира среди профессионалов по версии ВАКА ПРО – вершина карьеры. Хотя восседать на Олимпе спортсмен не торопится. Признается, что очень устал. Теперь, когда взяты все награды, хочется просто отдохнуть, побыть с семьей и, наконец, выспаться. Елена Карпенко, Алексей Шаповалов, Телемикс.